Всякие музыкальные эксперименты. Он же вообще начинал выступать в молодежном кафе под джазовый аккомпанемент, под джазовое трио. И вот я думаю, он бы порадовался, если бы услышал сейчас новую интерпретацию его песни на стихи Сухарева «Апрель-апрель на улице». Я приглашаю на сцену лучшего главного укулелиста страны. А, честно говоря, единственного. Евгения Быкова. А вот давай в тучу. Вот этот вот музыкальный инструмент, это есть укулеле. Вот с таким названием. Самый настоящий музыкальный инструмент, придуманный на Гавайях. Очень актуальная для сегодняшнего дня песня, потому что говорят, что завтра опять будет ноль и пойдет снег. Написано ровно 50 лет назад в противоположной ситуации. Тогда снега не было аж с февраля. На улице февраль. Еще февраль на улице, а на улице апрель. И крыши все затаяли, и солнышко печет. Эх, взять бы мне задали подснежничка в пучок. Эх, взять бы в руки веточки, чтоб запахом текла. Мимозную бы веточку, весточку тепла. Апрель, апрель на улице, а на улице февраль. Еще февраль на улице, а на улице.
письма, а может, правду минула, скинула зима, а может, правду сгинула, солнышко кричал, ты что шубку скинула, самый бочок, апреля апрель на улице, а на улице февраль, еще февраль на улице, а на улице апрель. Я стою на улице, шалый и хмельной. Улица шатается, ходит подо мной. Я рот закрыл с опаской, держу едва-едва вот эти шалопайские, шампанские слова. Ой, весточки вы ранние, ветры издалека, весенние, бескрайние, веселые слегка. Апрель, апрель на улице, а на улице февраль. Еще февраль на улице, а на улице апрель. Исполним, она не только является иллюстрацией к многообразию жизненных форм, существующих на этой планете. Ну и как будто бы написано для этого дивного инструмента.